Денис, приветствую тебя. Привет всем. Традиционный эфир. Также традиционно с тобой обсуждаем рынки, технику, фундамент. Говорим об актуальных возможностях, друзья. Стараемся для вас, чтобы у вас было больше вводных для принятия торговых решений, потому что, конечно же, информация на рынках крайне важна. И эту информацию мы с большим удовольствием делимся. Мы не претендуем, опять же, на истину первой инстанции. Мы тоже не знаем, что у нас на рынках будет на самом деле, но все же стараемся как бы адаптировать, прогнозировать максимальные доли вероятности, новостной фон, технические возможности к тому, что на рынках может произойти в реальности. Ну что, Денис, сегодня день после важной торговой сессии для всех рынков с учетом блока макроэкономической статистики, вышедшей вчера. Это отчет по темпам экономического роста, а в США данные по рынку труда, правда, это не non-farm payrolls, конечно же, это предварительная оценка ADP, но все-таки как дополнительное топливо для движения рынка. И еще вчера, конечно же, все ждали выступления Джерома Пауэлла, который, если говорить, как повлиял на рынки и, в принципе, на доллар, он вдохновил покупателей американской фонды, но при этом стал причиной серьезных распродаж по индексу американской валюты. Я предлагаю вот буквально в двух словах, как индикатив индекс доллара разобрать, он у меня всегда первым активом открыт. Можно также посмотреть на евро сегодня, на золото, на нефть и американский фондовый рынок. Так, давай к демонстрации экрана тогда. Как раз индекс доллара 105.68. Собственно, вчера всю торговую сессию, когда индекс доллара котировался на отметке 106.5, я ждал, что вот сейчас выйдет статистика, вот сейчас состоится выступление Пауэлла, который снова всем напомнит о том, что ФРС будет и дальше повышать процентные ставки, потому что не считает тот прогресс, который был зафиксирован в снижении инфляции, достаточным, чтобы регулятор отказался от политики более высоких процентных ставок. Сначала у нас вышел отчет ADP, который оказался хуже, чем прогнозировали эксперты, 120 там, тысяч против прогноза 200 тысяч новых рабочих мест. Но вот показатель экономического роста за третий квартал американской экономики – хорошие цифры, 2,9% против прогноза 2,6%. На этом фоне индекс доллара как-то держался, потом, собственно, все переключились на выступление Пауэлла. До момента его вещания индекс доллара смог протестировать там сопротивление 107 пунктов, но потом оказался под давлением, улетел вниз в район 105 пунктов, и вот сегодня мы видим снова откат. В целом реакция рынка доллара снижение, потому что распродажа, потому что Пауэлл отметил, что замедлит темпы повышения процентной ставки, но мне кажется, что эта реакция была чрезмерной, потому что, ну, ежу было понятно, что ФРС действительно замедлит темпы роста ставок, причем еще до заседания Федрезерва все уже переключились на ожидание того, что ставка повысит в декабре, то есть уже через две недели не на 75 базисных пунктов, а на 50 базисных пунктов. То есть это не было неожиданностью, не было откровенностью для рынка, чем-то новым. И плюс ко всему, в момент дальнейшей пресс-конференции Пауэлл много раз сделал акцент на то, что ставка будет неизбежно расти дальше. Высокая инфляция – это серьезная проблема. Пока что серьезного прогресса для в борьбе с высокой инфляцией нету, и в целом политика останется прежней. Но рынок почему-то все это уже проигнорировал. Следующий отчет, важный по доллару и для рынка в целом, это нон-фармы, которые выйдут завтра. Я, опять же, сторонник того, что пока что ставить крест на длинных позициях по доллару слишком рано, потому что нужно дождаться еще отчет по инфляции, который выйдет до заседания американского регулятора, это ноябрьские цифры, и дождаться уже непосредственно самого заседания Федрезерва 14 декабря. И уже после того, если будет зафиксировано очередное снижение базовой инфляции, и мы получим еще больше сигналов официальных уже прямо от Федрезерва, что темпы повышения ставки будут дальше снижаться, и уже к концу, или точнее, в первом квартале 2023 года ФРС вовсе завершится очередным циклом повышения ставок. Вот тогда можно будет уже развернуться по доллару, но я считаю, что до этих пор не стоит так вот прям тотально шортить доллар только потому, что вот он снизился в последние дни. Я исхожу из долгосрочных перспектив по этому инструменту и как бы, ну, не реагирую на какие-то локальные рыночные тенденции, особенно если они противоречат или, скажем так, не сильно вяжутся с фундаментальным фоном.
По поводу европейской валюты, котировки 1.0422 вчера после отчета по инфляции в еврозоне. В целом индекс потребительских цен снизился в прошлом месяце с 10,6 до 10%. Было логично, чтобы евро все-таки снизился, потому что более низкие темпы роста инфляции и сам факт ее снижения – это то, что повышает вероятность и дает возможность Европейскому центральному банку уже не повышать активно процентную ставку. То есть на этом раньше евро рос. И сейчас, соответственно, у нас вот появляется другая точка зрения, на фоне которой евро может оказаться под давлением. Кому интересно, я считаю, что вот этот уровень 1.03-1.05 – это уровень принятия решение среднесрочных продаж европейской валюты уже на предстоящий период, там, на первый квартал 2023 года, потому что я считаю, что все-таки евро, прежде чем сможет развернуться и уйти выше уровня 1.1, еще обновить локальный минимум, это произойдет уже в самое ближайшее время. Поэтому мой настрой в отношении главного валютного риска – это пока что короткие позиции. Золото прекрасно отрабатывает или, скажем так, пользуется возможностью в виде локально слабого доллара, снижения доходности американских облигаций. Золото, конечно же, интересно сейчас трейдерам из-за событий в Китае, потому что все начинают снова так вот мрачно оценивать перспективы мировой экономики и хотя бы на золото обращают внимание как на защитный инструмент. Но, на мой взгляд, один из самых лучших индикаторов того, что золото росло и будет расти, является рыночное позиционирование, именно оценка индекса рыночных настроений. Я о нем говорю, когда есть хороший сигнал, а сейчас этот сигнал безусловно хороший. Толпа, почти 80% трейдеров сейчас золото шортит, рынок идет против толпы. Докуда оно может вырасти? Я думаю, что мы уже до 14 декабря, Денис, на мой взгляд, увидим по золоту тест сопротивления 1800. Он будет успешным, и потенциально золото может оказаться еще выше, поэтому рекомендую обратить внимание на этот актив. Что касается рынка нефти, здесь новостной фон крайне интересный, учитывая, что очень много фундаментальных событий сейчас для рынка черного золота. Во-первых, предстоящая встреча ОПЕК, она пройдет уже в онлайн-формате, состоится в это воскресенье, там будут обсуждать именно те меры, которые могут быть предприняты представителями ближневосточного картеля для того, чтобы стабилизировать рынок. Ну, вот последние новости от Wall Street, якобы со ссылкой на знакомые с осведомленной ситуацией источники, что ближневосточный картель не изменит параметры прежних договоренностей и прежние сделки, в соответствии с которым в октябре, как мы помним, страны ОПЕК согласовали снижение объема нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, для продавцов сейчас крайне мало шансов, чтобы они получили сигнал от ОПЕК, что увеличиваем добычу, это был бы негативный фактор. То есть сохранение сделки с прежними квотами – это бычий сигнал, который сейчас еще усиливается тем, что в некоторых провинциях Италии начали все-таки снимать ковидные ограничения, не выдержав так называемых социальных волн протестов и прогнулись, в общем, под общественными настроениями. Вчера также вышел еще отчет по запасам нефти. Они снизились более чем на 12 миллионов баррелей за неделю. Это рекордный спад, по-моему, с 2019 года. И, конечно же, мы ждем, что на следующей неделе вступит в силу эмбарго на поставку российской нефти морским путем. И, скорее всего, страны Запада согласуют еще и предельный уровень цен на российскую нефть. То есть оба этих фактора тоже можно интерпретировать как бычьи сигналы для нефтянки. Сейчас Brent 86-83. Я думаю, что те, кто хочет рискнуть все-таки по рынку нефти сейчас, может залазить в длинные позиции и ждать уже последующий рост, как говорят Goldman Sachs, в районе 110-115 долларов за баррель. Те, кто не хочет рисковать на текущих уровнях, я бы порекомендовал дождаться теста 90 долларов за баррель и уже покупать оттуда. Денис, слово тебе. Так, сейчас включу показ. Так, отличненько, мне должно быть видно. Значит, что касается индекса доллара. Дело в том, что по индексу бакса у нас по-прежнему цена находится в том же самом диапазоне, то есть здесь абсолютно ничего не менялось, то есть
как сидели на поддержке, так на поддержке и продолжает индекс доллара сидеть. Поэтому я склоняюсь к варианту, что все равно какой-то отскок здесь хотя бы локальный, но все же произойдет. Сама область сильная, то есть это и нижняя граница расширенного канала, это и зонка вращения у нас есть. Ну, в общем, реально множество факторов, подтверждающих, что это вот с точки зрения среднесрока достаточно важный диапазон. Ниже там особо ничего уже нет. То есть там, если уже снижение, то это вообще в район примерно 101. Но здесь очень классную разворотную формацию в долгосроке формирует, то есть которая еще началась у нас с начала лета текущего года. Это очень крупное перепозиционирование. И сейчас уже вот перекрытие сегмента, ну, если там чуть-чуть закрыть глаза там на небольшие погрешности, то в принципе уже заготовку дали. Поэтому я все равно за локальный отскок. Единственное, что могут в моменте еще там чуть ниже добить, то есть там на 104,50, например. То есть это, в принципе, недалеко находится, но вполне возможно такой вот заброс вниз и потом уже через коррекцию. То есть если говорить в плане долгосрока, я вообще вижу примерно вот такой сценарий. Я честно сомневаюсь, что в долгосрочном плане цена сможет пойти уже на перехай вот этого уровня 114,70, потому что ну, ни технических, ни фундаментальных причин для этого на рынке уже не остается. А по поводу евро, я согласен насчет снижения. Единственное, что я не вижу его прям сильно далеким. Здесь вот классная была область. Она подтверждалась реально множеством факторов. И техническая область поддержки, и опционная область поддержки. То есть вот в район паритета, в общем, 1.00, 1.01. Очень классный реально диапазон. И даже в целом, если посмотреть, то есть на общую структуру, как выглядит, было сделано и перекрытие уже долгосрочного сегмента. То есть на разворотку все сделано. Но с текущих, честно, это очень коряво выглядит. А почему? Потому что здесь и коррекцию вниз толком не сделали. Ну что это за движение? То есть здесь, понятно, протестировали зону опционного спреда, здесь ясно. Вверху достаточно мощная область 1.0650. 1.07 это фактически верхняя граница рынка с очень большой опционной проторговкой, и если сюда дойдет, здесь можно, ну, реально продавать закрытыми глазами, в прямом смысле этого слова. Ну вот, поэтому я все равно за снижение вниз. Единственное, что с ближайшей зоны надо аккуратнее смотреть, особенно учитывая то, что вот у нас объем, как раз тот, который вчера заливался на Пауэлле, он дал реакцию вверх, и наконец-то в евро впервые зашли объемы за последние 2 недели. Это было как раз вчера. Хотя, честно, вот с точки зрения фундамента, ты, в принципе, уже объяснил, но я вот не особо понимаю, то есть, что прямо он сказал для рынков нового. То есть, то, что 0,5, так это уже заложено было еще месяц назад, то есть, это для Ну, рынка я про то вообще же, не да, новость. согласен. Да, то есть, я считаю, что вот этот вот псевдооптимизм, который мы вчера увидели на финансовых рынках, он, по сути, ну, ничем не обоснован. То есть, мне это напоминает, знаешь, как какой-то ложный выброс, и потом все равно все вернется на круги своя. Поэтому я все равно один и тот же сценарий делаю. У меня здесь в этом плане менялось. Единственное, что на всякий случай в верхнюю зону учитывать. Я туда как планировал изначально? Через коррекцию вниз и потом добой на 1.07. То есть это максимально логично выглядел именно такой сценарий. Вот. Нам в итоге коррекцию нормальную вообще не дали. И сейчас как-то опять застряли во флете. Поэтому только вот границы здесь можно работать. В середине крайне не стоит, потому что середина флетового диапазона, она всегда разматывает в обе стороны. Поэтому хотя бы там где-то 0,5, пускай там пробьет ложный пробой какой-то, сделает на 1.0520, там, ну, плюс-минус. Или уже на крайняк вверху, отсюда уже спокойно вообще продадим под Новый год и уйдем праздновать. Касательно, значит, золота. По золоту я также ждал немножко пониже, где-то в район 1710-1715. Но опять-таки размотали, честно, черт знает, что вообще здесь за структуру сделали. Даже не знаю, как его назвать, потому что, ну, реально ни о чем. Вверху есть два достаточно важных уровня, то есть 1787, ну, это ближайший уровень, и более дальний на 1807. Я думаю, что все-таки, ну, было бы логичнее попытаться добить выше, потому что объемы, которые заходили, они сейчас будут как поддержка. А эти объемы поддержки, они вот здесь внизу находятся, то есть сейчас здесь все залеплено много точным объемом, потому что это новый контракт торгуется, вот, поэтому объемы только начинают заходить, и их слишком много отображается, надо пару недель на торговку. Вот.
Но в целом я бы, например, рассматривал вот с этой области 1807 хорошие продажи. Потому что с текущих я не сильно в них верю. Здесь хотя бы еще пробить, вот локально сделать пробой вот этого вот уровня сопротивления. Хотя бы, потому что без этого как-то ни туда, ни сюда. Уперлись просто вот в маржиналку и все. То есть помимо маржиналки там по большому счету особо ничего и нет. Ну уровень он чуть-чуть выше находится. Что касается нефти. Значит, по нефти я согласен с, в плане долгосрока на лонговую ситуацию. Но здесь меня очень смущает тот момент, что прям вот очень крупные ожидания в районе 70. Вот, здесь у нас зона опционного спреда, здесь же у нас и хорошие такие на торговке тоже есть по опционам. Вот это вообще вот область в районе 70 долларов. Это как раз та цифра, которую озвучивали власти США касательно пополнения стратегического запаса. То есть там говорилось о том, что когда нефть марки WTI достигнет уровня 70 долларов, то, соответственно, они начнут пополнять стратегический запас, который сейчас на минимуме уровней марта 1984 года. Вот, так что, как минимум, локально здесь логично увидеть коррекцию вниз. У нас как ориентир здесь нормально зону не выделить, потому что все распилили, что можно было. Но как ориентир в районе 70, ну, 76-20, там 76, есть близлежащая поддержка. Двойная кульминация была сделана, причем кульминация здесь с объемами также была. И затем уже, только после этого, выход вверх уже ближе к 90. Я вот читал уже неоднократно, мне попадались статьи о том, что там Goldman, по-моему, и JP Morgan ожидают нефть марки WTI по цене около 100 долларов до конца года. То есть, ну, грубо говоря, у нас месяц еще времени есть. Вот, так что я думаю, что какую-то все равно коррекцию нам здесь дадут, то есть нечто наподобие перепозиционирования, но для этого в идеале, чтобы цена чуть-чуть выше закрепилась, там где-то 81.50 хотя бы четкое закрепление дали, а потом уже с коррекцией действительно можно будет ее подбирать и среднесрочный вариант дальнейший на ее рост. И что касается S&P 500, вот здесь вот цена уже практически подошла к очень сильной зоне, к диапазону сопротивления. Здесь я бы отдельно еще обратил внимание вот на такую трендовую, то есть, которая начинается еще с января, вот начала января текущего года. То есть ей уже, можно сказать, целый год на этой трендовой. И она вот цепляет раз, точку, два, три. И вот уже прямо сейчас подходит четвертый. То есть такая очень сильная траектория на самом деле. Я бы ее не игнорил. И с учетом того, что эта трендовая попадает в основную область сопротивления 400-450, я все-таки жду, что отсюда нам дадут перекрытие вот этого всего сегмента и двинут, ну, как минимум, хотя бы на коррекцию вниз. То есть вот к предыдущему накоплению. Потому что здесь область накопления сделали вот ближайшую даже реально очень сильную. Поэтому при перекрытии вот этого сегмента мы уже идем вот сюда. Вот. Так что здесь у меня сценарий абсолютно не менялся. Я его, в принципе, сопровождаю уже достаточно давно. То есть вот эту область жду уже недели две, то есть 400-450. И с нее как раз считаю, что продажи будут в приоритете. Пока что точных объемов здесь никаких нету. Но вчера был вот крайне высокий повышенный вертикальный объем, который в перспективе может стать для нас кульминационным. И если это будет кульминация, то, соответственно, фанда уйдет вниз и плюс к этому потащит за собой и евро, и золото, и коррекцию по нефти. Ну, хотя нефть больше она сама по себе, но косвенно ее зацепить может, потому что все равно, как ни крути, они все работают в связке. Ну, так что вот такие у меня мысли касательно дальнейших перспектив. Спасибо, Денис, за рекомендации, за видение общей ситуации. Следим за нон-фарм, еще один источник повышенной волатильности. Обсудим в том числе и нон-фарм тогда уже в следующий эфир. И там уже будет, по сути, неделя до данных по инфляции заседания американского регулятора. Короче, этот месяц будет крайне жарким для всех финансовых рынков. Весь год был таким, но я думаю, что в декабре мы снова увидим что-то прям такое необычное, интересное, что запомнится всем спекулянтам, трейдерам и так далее. Ну и нам тоже, соответственно. Денис, спасибо тебе за твое время. Соответственно, хорошего закрытия недели. Хороших нон-фармов тебе, если будешь трейдить не по факту новостей, а вот как ты еще будешь подстраивать свои сделки под фундаментальный фон. Ну и увидимся тогда через неделю. Пока. Ну что ж, до скорых встреч через неделю и берегите свои нервы и депозиты. Всем пока-пока.